Приветики, мои дорогие! Сегодня у нас на обед будет печень жареная. И еще мы сварим кашку кукурузную, очень полезную. Печень у меня говяжья. Итак, у меня вода закипела в кастрюле. Мы ее подсаливаем. Видите, подсолили. И засыпаем мы крупу. Девочки, мальчики. И вот так мешаем. Видите, я немножко сыплю. Видно вам? И вот так у нас заваривается. Пенку, девочки, я сняла. Видите, она уже закипела. И сразу она вот нас мелкого просто помола, кукурузная крупа. И она варится у меня буквально 10-15 минут. Не больше, девочки. Она уже загустела. Видите, какая красивая. Потом добавлю маслечко сливочного. И всем приятного будет аппетита. Печень я снимаю, пленочку обязательно нужно снять с печени, чтобы ее хорошо и порезать, и чтобы она была очень вкусная. И вот этот мне еще кусочек, я тоже ее сниму, пленочку обязательно нужно снять. Кукурузная кашка уже готова, сварилась. Так, печеночка у нас уже нарезана, сковородка у нас уже нагрелась, добавили маслица и обжариваем. Обжариваем вот печень со всех сторон. Мы немножко по-другому сейчас готовим. Обычно по технологии, правильно, лук с морковкой сначала, а потом печень. Но мы немножко отошли, немножко по-другому хотим приготовить. Еще очень вкусно добавить сливки в печень. Так что не переключайтесь, оставайтесь в нашем канале. Печень, друзья, перевернули уже на другую сторону. Ой, видите? Чтобы хорошо ее со всех сторон обжарить. Лучок вот подготовили мы. И морковка также уже готова. Добавили, друзья, лавровый листик. Добавляем, друзья, лучок и морковку будем добавлять. Какая красота! Друзья, еще хочу вам посоветовать. Еще печень вымачивают в молоке, чтобы она была нежной, горчинки не было. Обязательно. Печень, друзья, мы подсолили. Лучок, морковку добавили. И сейчас будем добавлять сливки. Камера, друзья, немножко запотела, извиняюсь. Сливки, я как сказала, что немножко разбавили водичкой. И пускай наша печень тушится, готовится. Будет вкусная, нежная. Приправки, конечно, добавляйте, которые вы любите. Мы по минимуму добавляем. Будет такая вот подливка. Такой вот к нашей каше кукурузной. Друзья, хочу еще поставить бульончик варить с домашней курочки. Видите, она такая вот желтенькая. Значит, на домашнюю. По ней можно по виду понять, домашняя она или магазинная. Пока тушится
печень. Мы с вами бульончик подставим. Если вы хотите вкусный бульон, мясо лучше ложите в холодную воду. Я вам советую, друзья. А если вы хотите вкусное мясо, тогда лучше мясо ложите в горячую воду, друзья. Курочку я положила в холодную воду. Вот она уже, смотрите, начинает закипать. Понемножку. И сейчас, друзья, добавлю сюда еще морковку и лучок. Вот так крупную морковку и лучок. Я буду добавлять к нашему мясу. И пусть варится. Обязательно пенку снимайте. И будет у нас красота. Печенка готовится. Ароматы. Красота. Кукурузная каша готова. У нас тут еще водичка закипает. Будет, друзья, у нас компотик из замороженных ягод, фруктов. Полноценный вкусный обед. Вы посмотрите на эту красоту. Ягодки замороженные, фрукты, абрикоски, смородинка, вишенки. Какая красота! Мы сейчас будем ее кидать в кипящую воду. Уже вода закипела. Такой компотик красивый у нас получится. Вначале мы добавляем сахар. Смотрите, вот. И сейчас наши фрукты, ягоды. Такой вкусный компотик у нас получится. Мы очень любим компотики. Ай, какая красота! Варится, печень тушится, готовится. Куриный бульончик наш готовится. Пенку собрали. И кашка, вот, смотрите, приготовили. И много времени, знаете, не занимает. Просто главное постараться все вместе вот хотя бы вот так вот готовить. То видите, все жарится, все готовится. Главное желание. Бульончик, друзья, у нас сварился. Посмотрите, какой красивый. Курочка готова. И сейчас я добавлю сюда немножко макаронов. Ну вот, вермишельки такой вот. Она меленькая. Вот такое вот количество. Все хорошенько перемешаю. Все у меня отварное. Зажарку я не жарила. Курочка дала свои вкусные качества. Все вкусное. Нам тут подливка, зажарка, ничего не нужно. Все очень красиво. И все быстренько приготовится. У меня когда мясо варилось, я немножко подсолила. И больше ничего в бульон не добавляла. Одна только соль. Этого, я думаю, достаточно. Никаких приправ, ни перца, ничего. И очень вкусный получается. Видите, как такой наваристый, красивый.
такой вот у нас обед сегодня. Кукурузная кашка с печенью, с лучком, с морковкой. Посмотрите, какая красота. Кукурузная каша очень вкусная, полезная. Помидорки домашние, консервированные. Горошек. Посмотрите, какой у нас бульончик. Красивый. Я картофель не добавляла. Не хотела картофель добавлять. А то вермишельку добавила. Посмотрите, какая курочка у нас сварилась. Приготовилась. И наш компотик. Посмотрите, какой красивый. Красивый компотик. Вот такой вот обед у нас, друзья, сегодня. Приятного аппетита! Друзья, спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за подписку. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И комментируйте. Приятного аппетита и хорошего вам настроения!